Кировский занял первое место в номинации «Лучший район в области адаптивной физкультуры». Церемония награждения прошла на специальном олимпийском балу. Гостей праздника встречали барабанной дробью, как героев, сумевших победить свой недуг. Десятки спортсменов и тренеров по адаптивной физкультуре пришли на торжественную церемонию в Театр музыкальной комедии. В этом году специальный олимпийский комитет отмечает свое 25-летие. В честь юбилея вручили множество наград, в частности, специальные олимпийские ордены за честь и достоинство и за честь и благородство. Их получили те, кто занимается танцами на колясках, фехтованием на колясках, академической греблей и другими видами спорта. В различных дисциплинах, таких как горнолыжный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, мини-футбол, легкая атлетика. Ниже второго места команда не опускалась. Только были первые и вторые места. В номинации «Лучший район в области адаптивной физкультуры» уже который год подряд побеждает Кировский. В частности, центр «Нарвская застава» готовит спортсменов по разным видам спорта – мини-футбол, гимнастика, плавание, настольный теннис. Сейчас там занимается 126 человек разного возраста и ограничений по здоровью.